типа, чтобы это... Да. Быстро пойдет. Потихая вот горит. Вон огонь. Столбы дыма. Все это в куче собирается. Здесь вот коряги. Они горели. Сейчас тлеют, но я не подберусь туда. Вон огонь, который реально есть и который как бы неплохо горит. Здесь тлеет. Очень много сушняка. Там очень много. Вот он. Дальше пойдет больше. Я даже не знаю, как его здесь тушить. Нечем тушить вот. Хотя бы сбить. Деревяшки, сухие деревяшки. Здесь сейчас даже с этим сранцем пройти и все это потушить. Никого нету. Лесников нету. Пожарников нету. Воздержусь от комментариев, конечно. Таких вот. Нецензурных. Придется видео это я выложу в группу, в том числе в нашу экологическую. И может быть даже завтра народ сюда поедет, чтобы пытаться как-то тушить. Уже стоимся. Ну вон, смотрите. Вот. Вот. Что-то вот прям такой пожар, что нельзя потушить. Да ну нафиг. Полный бред. Ну я сейчас, я без ничего. Я не могу просто ничего особо такого сделать. Потоптаться по траве только. Горит сушняк. Ну а здесь уже он большой становится. То есть зашел до питания. И все, он горит. Где люди с ранцами? Засранцы, блин. Но я ничего здесь не сделаю уже. Да, блин. А здесь сплошной сушняк везде. Вот и везде. Убирать сухие ветки. Вот. Это все сухое. Чтобы не дать ему гореть. Хотя бы так. Вот, вот он уже начинает лить. Блин. Ну вот, ну вот. Блин, вокруг особо ничего больше не дымит. Там есть немножечко. А дальше что? Блин, экшн-камера нужна. Дайте мне экшн-камеру. С лопатой можно было бы здесь, конечно, больше сделать. Блин. Боец, вот здесь бревно. Блин.
Бревно горит. У меня нет ничего с собой. Ну ладно, здесь вокруг как бы выгорело, поэтому дальше не пойдет, а вот здесь вот надо останавливать. Вот это макаром. Только разбирается.